Выбор предметов для углубленного изучения происходит в конце 8 класса. Как показывает практика, лишь немногие восьмиклассники делают этот выбор осознанно. Причин этому множество. Одной из них является слабая профориентационная работа. Восьмиклассница София Трусова на протяжении полугода трудилась над устранением пробелов в профориентационной работе со школьниками. Свою задумку девушка отразила в исследовательской работе. Проводились эксперименты, опыты, были опрошены ученики, создан сборник выхода на предприятия старшеклассников. Узнала нового про хлорид натрия, калия, про реагенты, про метод обогащения с помощью флотационной машины. Ну, а остальные темы изучала в 7 классе, поэтому как бы было хоть что-то знакомо. Своим проектом девушка не только разработала план по знакомству школьников с предприятиями, но и заинтересовала ребят рассказом о работе обогатительной фабрики в компании «Уралкалий». Помогла Соне разобраться в процессах учитель физики. В основном же все-таки химические процессы на ПАО «Уралкалий». Надо было найти ту нишу, которую с точки зрения физики можно рассмотреть. И вот так удачно вот этот флотационный метод обогащения лег на физические законы, что решили главный акцент сделать именно на этот метод обогащения полезных ископаемых. Теперь исследования и опыты восьмиклассницы используются на уроках физики в гимназии. Применяться в школах будут и другие работы конкурсантов. Как собрать педаль для электрогитары? Когда и как исчезло Пермское море? Что можно сделать при помощи катушки Тесла? Что такое ветроэнергетика? На все это школьники посмотрели своим новым взглядом. 186 маленьких ученых, да, и прежде чем я был приглашен, я ознакомился с программой конкурса. Уже в таком юном возрасте вы начинаете заниматься таким глубоким изучением сложных вопросов. И я уверен, что это способствует вам в дальнейшем, в окончании вашей учебной деятельности и в дальнейшем определении в жизни своей, направлении своей профессии. Одна из задач конкурса – через реальные явления и процессы из жизни более углубленно знакомить ребят с предметами школьной программы. Поэтому в конкурс вовлечены и городские предприятия. В частности, компания «Уралкалий» выступила партнером в проведении данного конкурса. Безусловно, это важный конкурс на уровне города, и ежегодно мы его стараемся поддерживать. Это раскрытие потенциала, то есть мы смотрим для себя на будущее, опять же, таких звездочек, так скажем, которые в перспективе могут стать нашими целевыми студентами, и в любом случае мы всегда их поддерживаем в рамках учебного процесса. София Трусова была отдельно отмечена компанией «Уралкалий». Ей подарили сертификат на посещение всем классам обогатительной фабрики, той самой, которая отражена в ее исследовательской работе, а также заняла второе место в секции «Физика-механика, астрономия», в которой принимала участие. Ряд других юных исследователей и инноваторов готовятся представлять свои работы на региональном этапе конкурса. Желают им удачи. Евгения Константинова, Кирилл Литвин и телекомпания «Соль ТВ».